Ребята, приветствую всех на своем канале. Приветствую подписчиков. Выезд очередной. -3 на улице. -3. Вчера в 9 вечера как снегопад пошел, так он и идет. Мы поедем во дворы опять. Заводим. Время у нас 8 утра, 2:30 я приехал ночи, поставил погрузчик, 5 часов, скажем, погрузчик стоял. Все, ЖКХ. Так, сейчас еще обороты надо мне немножко добавить, холостых. Задолбался уже я с ними что-то. Не могу поймать обороты нормальные. То слишком, блин, то слишком большие, то слишком маленькие. Не могу вот серединку угадать. На самом ТНВД не хочу залазить, пока тросиком делаю. Мы снова в этом дворе. Знакомый двор. Такой неудобный. Гребем к шлагбауму. Старшая выходит 8:50. Сейчас подойдет сюда. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, машины как всегда не убрали? Конечно, не убираем. Это, пойдем там у нас туда почистим, вроде бы машин там нету. Будь туда столкать. Ну сейчас я начну дорогу оттуда вот. Сюда сгребу, потом туда потащу. А нет, я сюда сгребу, как обычно, и через шлагбаум туда потащу. Опять посылают такие вообще трактора, маленький трактор надо. Какая разница, здесь что маленькому не провернуться, да. Конечно. А мы ты что? Нет, в прошлый раз, знаешь, трактор был, у него как-то ковш, как-то так делал, что-то вот. Челюстной ковш, но экскаватор-погрузчик, у него так вот он забирает. Да, вот. Ну, да, ну удобнее, да? Да, удобнее. Ну, это удобнее. Ладно, сейчас разберемся. Ну и что? А? Что за шлагбаум сначала поедешь? Сейчас. Шлагбаум все равно поднимать надо? А? Шлагбаум все равно поднимать надо? Я подниму. И все, что? Я разберусь по ходу дела. Вы не переживайте. Дама с собачкой. Раз приехал, так уж разберусь, наверное, куда лучше, куда хуже. Маленький да большой погрузчик еще. Молите Бога, что такой приехал вообще. Сейчас коллапс, блин, снегопад, стихия. Еще и такой погрузчик сейчас не найдете. Сюда я буду стаскивать, потом задом уйду направо, только смогу. Еще у меня сумка поехала. Ой. Еще разок можно грибануть. Люди не работают, что ли, вообще не пойму. Как не приезжаю, все машины стоят. По городу едешь, машин не продохнуть. Как будто все на дороге вылезли. Пробки. Во дворы заезжаешь, машину поставить некуда. Даже так вот. Куча машин везде. На дорогах, во дворах. Охренеть можно. В каждой семье на человека уже по две машины скоро будет. Все бедно живем, блин. Конечно, в кредитах большинство. Мне похрен, отсюда сейчас пока делаю.
уже машины к выезду готовятся, конечно, через шлагбаум. Мы сейчас туда подтащим. Мне надо задом зайти. Зайдем, не зайдем, блин. Ну вот, собака. Ладно, не так тогда будем заходить. По-другому будем заходить. Я как чувствовал, что меня сегодня сюда командируют, блин. Так только лишь придется. Экс. И туда задним ходом идем. Погоди, погоди. Нетерпежные какие все. Хотел с разгоном слева пролететь. И этот сейчас еще тут. Как всегда на тротуарах понаставлено. Тут не то, что грести, мне тут маневрировать, это плохо. Слева бортик, да, ну он заваленный. Я чуть левее сдаю, меня начинает спрыгивать с него погрузчик. Скользко, потому что. Какая-то наледь, блин, такая. О, тут вообще, я не знаю, что я тут сделаю. Пробую, но... Самые неудобные это где вот на поворотах напаркуются. Понятно, народ тоже не виноват, что если у нас так все по-дурацки. Так, пройдемся сначала тротуарчу. Тут главное отколоться, ихняя территория. Я тогда от угла дома метр назад сдал лишнего, она бежит. Это, говорит, уже не наша территория. Поближе давай, на полметра ближе. Ладно, говорю, что. Мне не впадло. Лишние полметра. А 100 метров даже не лишнего, не зазорно. Не могу. Это тоже здесь тротуар. Че? Че опять надо? Че? Да не надо, это этот раз штраф нам предъявило, там лесенки. Да я на лесенку-то не кидаю же. А Наташа тогда сказала толкать. Вот это тогда, знаешь, как орала? Толкай вон туда. Сами же ходят ведь они. Сейчас туда будут крутиться, если я задом зашел, так уж. Ну, ладно, больше не буду. Ну, не лопа... туда, ладно, лопатой. Ладно. Одна туда толкай, другая не толкай. Для них же делаешь, блин. Слушайте больше бабок этих. Ходят, которые дома делать нехрен. И ходят, права качают. Туда не толкай, туда не толкай. Тротуар же сделал. На лесенку насыпалась. Где насыпалась-то? Я ведь вижу, что там лесенка. Ух, блин. Это что за... Блин. Ну и что, я здесь не пролезу, наверное. А семерка тут встала. Справа бортик. Ширина ковша не дает мне ни хрена, блин. Проеду, хоть бы левее прижалось. Че вот сейчас грязно тут будет, сейчас получится хренотень.
придется на себя брать. Придется на себя брать, потому что прямо никак уже. Ну, еще осталось. Куда вот толкать буду сейчас я? Понятия не имею. Лесенки насыпалось, дворник стоит с лопатой. Дворник-то для чего тогда? Почистит там лопатка немножко. Это старший тут по дому бегает, тоже воду мутит. Да, согласен, единственное, что она права тут, что... Ну, поменьше погрузчик, конечно, удобнее ему тут, и экскаватор погрузчик, и ковш, конечно, челюсть. С челюстью согласен, удобнее, да. Базара нет. Ну, сейчас, вот в данный момент, техника вся занята будет, я не знаю, если... Мне вот за 2 дня позвонили. Так бы я на другой бег выехал. Сейчас вся техника будет на расклад. Вот сколько не приезжаешь, вот эти одни и те же машины стоят. Одни и те же машины стоят. Нахрен спрашиваться машины человеку, если она у него стоит. Нахрена? Или поставь ты в гараж где-нибудь. Просто ненужные машины. Наберут для того, чтобы стояли во дворе. Занимали парковки, мешали. Я просто уже сюда, так, 4-й раз, наверное, приезжаю. И вижу, что одни и те же машины в основном. Ну, плюс еще там какие-то прибавились, блин. А, тут колодец. Ага, нащупал. Вовремя. Нахрен эти парковки, я не буду даже пытаться что-то делать. Сейчас только дорогу сделаю. Так, опять сюда вытаскиваем. Все поделено на границы. Чистим вот от угла дома. Не дальше, там уже другая территория. И вперед. Все. Тут тогда приехал экскаватор-погрузчик. И вот сзади меня он все там чисто вычистил. И здесь ровненькую полосочку оставил по углу дома. И тут старший по дому тоже идет, мне говорит, давай тут убирай. Ладно, что. Тут хотя вот 3 метра, как бы это стоянка у этого дома все идет, вот который я почистил. Тут все этот дом справа, который ставит. Очистим-то мы, да? А что, мне не напряжно. Просто экскаватор-погрузчик ни хрена не стал тут чистить, где ставят машины с ихнего дома. Я уже просто тогда уезжать стал уже. Он мне сказал, надо почистить, я, блин. Ну ладно, что, надо, так надо. Двор вроде один, парковки вроде тут, ну, просто под одним шлагбаумом, один шлагбаум и раз, два, три дома, да? Нет, два дома. Два дома. Двор их не один. А уже ЖКХ, видимо, разные.
хрен поймешь, короче. Как обычно у нас в России бардак. Сейчас вот эту парковочку займемся. Снег мыльный, скользко. Ну зато хорошо снимается. Стирает аж до асфальта. Сейчас идет прям буран. Вон там вот автозавод, даже трубу не видно в дом. Как в тумане. Вот как снег вчера в 9 вечера начал, он так и не перестает. Ты вот мы сейчас тут убрали маленько туда, почисти, ладно? Вот здесь. Почищу, почищу. Ладно, это самое. А так больше там не надо чистить, только тут вот мы сколько убрали. Ну где убрали, там почищу. Где не убрали, там не буду чистить. 10 часов уже, я час отработал. Люди спят, что ли? Так, допоздна. Бортик здесь снегом уже забитый. Я уже до бортика стараюсь как бы тут не брать, потому что с парковки выезжают, надо, чтобы небольшой как бы тонус был. Ну, скос из снега. Я могу до бордюра могу взять, но я сам не делаю так. Вот, специально делаю так вот. Скосом, чтобы машины выезжали плавно, не прыгали. Логично? Логично. Здесь потянет, как тут старшая по дому говорит, тут очень чисто и не надо. Мы же не против. Последние штрихи к портрету тут делаем еще. Я говорю, тут вот стоит впереди, да, газель, слева магазинчик сделали. Тут машинам некуда встать вообще. И в магазин надо продукты привозить. Вот он приехал. Сейчас тут еще семерка приезжала с котомкой. Хлеб или что там. Короче, бардак. Вообще бардак нафиг. Сейчас еще один проходик сделаю и все тут. Что мне тут крутиться? Я до ворот не могу нормально сделать здесь. Так, по бортику сейчас пройду я. Тротуар сделал. Все, вот до отсюда считается территория наша. Но она сказала, туда дальше толкай. Потому что туда толкать некуда. Мы толкнем, что. Разворачиваемся. Надо еще бровку подобрать. Вот ладно, территория не наша, я сделаю доброе дело. Здесь поворот на Месили. Так вот сделаем нахрен. Все, уходим отсюда. Блин, надо за собой порядочек оставить все-таки. Тут уже машины вставать хоть могут. Что за проект? Кто проектирует вот эти вот дома? Ни стоянок, ни парковок. Блин. Здесь через двор одна дорога. Ну нет. Есть отсюда выезд, но в другую сторону, блин. Но все почему-то едут через этот двор,
хреначат через все тут улицы, через все эти дома. Так. Даже грести-то не знаю. Я всегда грибу, когда выезжаю, но грибу и думаю, куда мне это все откидывать. Там за тачка Honda умерла маленько, да? А последнюю парковку делаем, и машины тут кое-как убрали. Одна мертвая была. Я говорю, уезжать уже как бы закончил, они вылазят. Давно бы мог уже выйти, завести машину. Ладно, я уж к этим дворам привык, на этом, в этих дворах именно. Так, вот здесь вот парковка идет, да, и если мне не изменяет память, тут где-то прямо бортик. То есть она не до столба. Где-то здесь бортик будет. Вот он, но... Как тоже делать? Что, до столба нельзя сделать? До столба нельзя, видимо, было. Ну и что он сюда нагреб? Вот нахрена он нагреб сюда? Вот пенсионер, убирай лопаты, нахрен. Куда вот ты сюда кидаешь? Не кидай сюда больше, не кидай. Неудобно здесь брать. Туда кидывай, все. Мне неудобно брать. Видите, что тут я как слон в посудной лавке. Так, где колодец-то, блин? Не вижу. Хрена. Вот слева сугроб, да, там газон, туда уже снег кидает. Там снега до хрена лежит. Нет, кидает на дорогу мне опять. Старость не радость, блин. Да, где он? Этот портик. А? Никакой красоты не получается. Но не хватает места. И вот впереди бортик у нас перпендикулярно нам стоит. Ни то, ни все. Как перемычка он тут, блин. О. Как проектируют? Очень интересно. Как встать, чтобы не мешать? Мне отсюда сейчас загрузиться будет. Ну, вот так вот сможешь в длину? Нет, он машину поставить. Я спрашиваю, куда мне встать? Да вот так же, как они встанем, прижмись туда. Я сейчас проход сделаю и все уж тут. Налетело на водителя. Газели спрашивает, как лучше встать, чтобы тебе не мешать. Это бежит. Не надо, говорит, там чистить. Думаешь, что меня очистить заставляют это? Так, третий адрес уже. Второй не стал снимать, там ничего такого более интересного нету. Не было. Вот этот дом буквой Г, блин. Сейчас я на него перевораживаю, смотрю, куда грести, откуда начинать. Так. Можно и туда, значит, да?
это везде как бы однообразно идет. Но те же самые дворы, те же самые бордюры, тротуары и обычные машины, да, которые стоят и не убирают нахер. Рабочий день, куча машин. Наверное, у людей машины есть такие, рабочие выездные и выходные. Здорово. Я бы так сказала, здесь снег, и знаешь, мой подъезд туда. Придумывают? Не знаю, что, блин. Возить так возить, конечно, буду возить, что мне. Просто мне надо грудить куда-то. Не буду же я сразу на дорогу, тут длинный дом еще с доворотами. Пипец какой-то. Ну, чувствую, здесь я часа два, наверное, как минимум промучаюсь. Ковш немного поднимать, а то я не вхожу в поворот. Как всегда на поворотах машины. Ну, в общем-то, все, что во дворе почистил, все за дом. Сказали возить. Это такое обучение, блин. Задним ходом. Сейчас разворачиваться начал, здесь тут еще народ ходит, аллея такая получилась. Я прогреб еще ее, узкая была. Ну, короче, здесь все. Тут еще с другого дома старшая пришла, пристала ко мне. Тут грибы не тут, я говорю, вы меня вызывали хоть? Нет. У нас должен погрузчик работать, ну, должен ты. Я не знаю, говорю, ничего. Здесь прогреб им, где, ну, общая дорога. Мне недолго, просто куда грести некуда. Ладно, едем в другой дом. Короче, в этом дворе я нехило наворотил. Толкаем он в самый конец. Очень неудобно. Я же говорю, некуда толкать. Вот все оттуда, из-за шлагбаума, все толкаем в одну сторону. А потом будем вывозить, там я кучу делаю в конце. Очень муторно. Вот так вот все берем и бульдозируем. Но это надо все, чтобы бульдозировать, она выковыривает из всяких закутков между машинами.